грозной волной. Чайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить анабиоз, сон разума. Все так же бродим по кораблю. Остановились мы на том, что поднялись по этой лестнице. Видели воспоминания еще одного человека и благополучно их выполнили. Так, надо вспомнить управление, я не играл пару дней. И тут конец уровня. Я, кстати, почитал маленько о игре. Главный герой таки зовут Александр Нестеров, и год действительно 81-й. Короче, оказалось, что он работал на метеостанции, ему пришла телеграмма, надо отправляться на этот корабль. И по прибытии, короче, корабль поплывет на большую землю в свой последний поход. Там он встанет на прикол, и дальше его собирались разобрать. Вот такие вещи я почерпнул из Википедии, но больно много не читал, чтобы не испортить себе впечатление. Так, что за кнопка? Кнопка спускает лестницу. Хорошо. Ой, надо было поаккуратнее как-нибудь. Могу маленько тупить. Кнопка у меня, вернее, кнопка, говорю, мышка у меня новая. Пока что не особо с ней освоился. Купил себе Afotech X7. Не самая дорогая и не самая хорошая, но отнюдь не самая плохая мышка. Геймерская, и ладно. Предыдущая у меня правая кнопка начала западать по непонятным причинам и перестала работать. А мы тем временем лезем наверх. Так, хорошо, пока что все тихо, я могу сказать. И все замерзло. Давайте нажмем. Что произошло, непонятно. Ой, ой, блядь! Ты чё? Ты чё делаешь, придурок? Ну ладно. Так. Секундочку. Продолжаем. Сегодня я играю не совсем ночью. Часов 8 вечера у нас на улице кто-то что-то пилит. Вечно все не слава богу. Поэтому я закрыл, сходил окошко. Иначе какие-то непонятные звуки пробивались. Так. Ну что, смотри, там тросы выдержат. Да, хорошо, почти подняли. Давай поднажмем, еще немного. Сейчас, обожди. Здесь стопор постоянно срывается. Качок. Ой, блядь, что такое? Из-за фрапса игра притормажит почему-то. Не пойму, почему. Да, блин, да... Падай уже. Ага, и убили. Ладно. Попробуем по новой. Я не пойму, почему игра притормаживает. В принципе, тормозить тут особо нечего. Ну, графика довольно-таки, я скажу, ну, неплохая, конечно, но не сказать, что прям сверх там какой-то прорыв в области технологий. Давайте попробуем еще раз. Теперь меня никто не отвлекает. И сделаем все правильно. Ну что, смотри, там тросы выдержат. Да, хорошо, почти подняли. Давай поднажмем, еще немного. Сейчас, обожди. Здесь стопор постоянно срывается. Нафиг тыкву. Блин, мне бы огнестрел какой-нибудь. На, еще в тыкву. Интересно, а что это такое у них на роже возникает, когда я ударяю? Да падай уже, елки. Все, упал наконец-то. Что-то у нас с теплом не особо хорошо все. Здесь нигде погреться нельзя. Я забыл про такую фишку игры. Да, вот у нас тепло. Такие вещи забывать не надо. Иначе это все плохо кончится. Тепло в этой игре означает жизнь. Так, и что, я тут что-нибудь могу сделать? Видимо, нет, ладно. Ага, еще, блин, еще кто-то идет. Какой-то здоровый.
Да что ж с вами будешь делать-то? Ну ладно, упал. Пойду еще погреюсь, пока есть возможность. Что-то они меня начинают выносить, просто я не знаю. Пора бы уже дать мне что-нибудь посерьезнее в руки. Хорошо. Идем дальше. Давай, Шурик. Очередное воспоминание. Опять я на лодке, да? И что ты тащишь? Мне надо выйти? А, черт. Ну что ты будешь делать, а? И этот пустой. Все, что выжил из остальных, заправил на скафандр. Смеси там примерно на 5 минут. Ладно. Имеем, что имеем. Должно хватить. Иди к лифту, я опускаю. Хорошо. Что за смесь? Кислород, что ли? Опа. А, это скафандр, да? Круто. Залазим. Че, побудем в роли большого папочки? Осталось найти сестричку. Да-да-да-да. Прикольно. Осторожно выходи из лифта, вода должна быть мутная. Потом сразу налево смотри, я в лодке буду. За мной ориентируйся. Как замедленно все управляется в этом батискафе. Ну, сделано круто. И у меня есть сварка. Вот вы. Теперь всем хана. А мы же здесь, все внизу. Сидим, значит, каждый что-то свое вспоминает. И тут тебе... Вода как хлынет. О, баба. Ты кто такой? Сейчас тебя сожгу нахер. Куда-то уплыл. Ихтиандр, понимаешь? Ничего себе, так плавает. Опущу ворота. Ты там, братка, наверху поосторожней. У нас тут ихтиандр завелся. Кромки, болты, клинья, все, что было. Ветошь, да куда там? Борта, как пластилин, по швам порвало. Да, приложила нас, конечно, капитально. Ну ничего, подушки набили, щиты соорудили, раздвижные упоры. Остановили кое-как, слава богу. А потом, ты знаешь, вначале жарко стало, потом холодно. А сейчас что-то совсем дурно. Вот ныряем. Опять плывет. Давай, давай, давай. Плывет сюда. Смотри аккуратно, там на дне хлама всякого собралось. Да я заметил. Плавает тут один хлам. А корабль, судя по всему, во что-то врезался, что ли? Ты что там дерево трахаешь? Вернее, трубу. Ты что делаешь? Сейчас что-то плохое случится. Ну-ка, отошел. Ну что ты? Смотри, там же все еле держится. Видно ни черта, знаю. Ну, давай. Давай помаленьку. Немного ведь осталось. Сейчас все будет, брат. Все будет нормально. Хорошо, что ты не видишь, с чем я тут внизу встретился. Там дальше вентили. Ну, на ржавых трубах. Я кое-как циркуляцию поддерживаю, чтоб, значит, не прихватило. А ты слушай. Да под ноги гляди, чтоб вентили не задеть. Трубы-то уж не держат. А что говорить, ты сам знаешь. Тут уже 5 лет как ничего не держит. Да, корабль, видимо, в плохом состоянии. И за всякие вентили задевать определенно не стоит. Будем аккуратны. Вот здесь довольно узкое место. Постараемся пройти, ничего не задев. Блин, и ты тут еще. Не задевай ничего. Ну что б я сомневался. Ну блин. Все, к чертям трубы. Теперь если воды не спустим. Уже завтра все камнем возьмется. Да что ж ты не отстанешь от меня, водяной?
за решетку. А, не вижу решетку, но видимо сюда. Опускаю. Так, подожди, не надо опускать. Не-не-не. А, она там, понятно. Хорошо, идем дальше. Пока что, по крайней мере, вот эти воспоминания сделаны настолько круто, что играть в них даже интереснее, чем, собственно, саму игру. Игра вообще отличная. Иди к борту и направо, а я пока к лебедке. Оттуда и продолжим. Кривоватая, конечно, как это принято у нас с хорошими хоррорами, но сделано отлично просто. Смотри, там по борту должен быть щит деревянный. Мы им щели с рваными краями прижали. Поэтому с подушкой. Я сейчас... Разборку спущу, а ты тросы горелкой порежешь. Тросы? Опускаю. А вот, да? Так, тросы, видимо, тут. А, видимо, нет. Режь тросы на обоих крючках, все. По краям разборки. Ну, давай. Давай. Все, установили. Включаю двигатель. Следи там за упором. Первый этап закончили. Так, а куда мне? А, ну все, да? Хорошо. Сохранимся. А, она и так сохранилась. Тут я вижу, можно погреться. Давай, Шурик, не застревай в углах. У нас факел. Кто-то заботливо зажег. Восполним. Сохранимся. И спускаемся. Да, вот тут мы только что ходили. А здесь вообще что-то дубак какой-то. Надо быстрее отсюда уходить. А, тут я не пройду. Блин, куда идти-то? Я же сейчас задубею. Так, ну-ка. Что-то это все плохо, по-моему, кончится. Блин, почему-то игра притормаживает в этот раз. Возможно, потому что я там скачиваю на торренте на полной скорости. Metal Gear 2. Решил его переиграть. Возможно, из-за этого. Так, не видим сюда. Блин, надо быстро уходить отсюда. Сейчас зато задубеем. Давай. Все отлично. Кнопочка. И еще кнопочка. Сначала ту нажмем. Так. Ну вот, опять идет. Ух ты, ты с чем? С палкой. Да блин. Падай. Я так тупо свалился. Ну ладно. Че мне по трубе, что ли? Видимо, сюда или нет. Скорее сюда. Тихо, это что у нас? Повел их Данка. Там дружно опять про Данка рассказывает. За ним верили в него. Трудный путь это был. Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей. И деревья заступали дорогу могучей стеной. Да, какая-то, блин, странная история. Так, что этот наш парень в батискафе, что ли, таки погиб?
Сейчас мы это исправим. Хорошо, плотно держит. Не травит больше. Осталось запустить насосы. Прямо по ходу в следующем отсеке. Насосы. Сейчас запустим. Говно вопрос, как говорится. В прошлый раз, как не пытались, не тянет насос. Я думаю, где-то шланг передавило. Здесь наверху труба обломана. Наверное, ударом вниз оборвалась. Ты посмотри там, если что мешает. Режь прям горелкой. Типа так? Видимо, да. Вот, вот. Есть напор. Работает. Так, это что такое? Что происходит? Мне что, кто-то тащит, что ли? Командир, может, договоримся? Харе! Куда меня потащило-то? Да, обалдеть. Что делать-то? Блять. О! Уйди, скотина! Уйди от меня! Да что ж... Что я могу делать? Ёлки-палки. Так, 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 давай быстрее, быстрее вылезай. Ха-ха. Блин, это было прикольно. О, у меня топор. Ништяк, хорошо. Так, надо погреться по-быстрому, сейчас задуби. Ну-ка. Ну, топор, это уже что-то. Это, блин, по крайней мере, не вентилем по башкам стучать. Так, ладно, отсюда пришел. Тут меня тащили. Ну, вернее, его тащили, не меня. Мне надо погреться вон на той штуке. И по-быстрому, что-то у меня совсем плохо с этим, с теплом. Так, аккуратно. Но тем не менее медлить не стоит. Вон там еще источник тепла. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Давай. О, хорошо. Я уж думал, все, хана. Фу. Ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. С вами был Артур. Увидимся завтра. Всего хорошего. Пока-пока-пока.